Стала известна дата следующего саммита Восточного партнерства. Форум состоится через 3 месяца, 24 ноября в Брюсселе. Ожидается, что на нем будет обнародован так называемый план Маршалла. Это проект экономической, политической и финансовой помощи Украине в контексте евроинтеграции. Сейчас рассматривается сумма в 5 миллиардов евро в год для продолжения реформ. Саммит Восточного партнерства проходит один раз в 2 года. Прошлый состоялся в мае 2015 в Риге.